задача государства такая глобальная – охранять порядок. Порядок на земле с помощью закона. И не случайно апостол говорит, что власть имеет меч при бедре. Для того, чтобы вот устанавливать законы, и как вот я читал недавно хорошее очень выражение, и чтобы земное существование человека не превратилось в ад здесь на земле. Очень важно, чтобы государство, выполняя свои функции, функции защиты, силовой защиты, потому что иначе вот просто мы пропадем, как мы видим. Много у нас врагов, и наше государство, и православие. А вот церковь должна направлять, в том числе и тех членов государства, Царство Божие. Для этого вот это и нужно, так можно сказать, общая работа, прислушивание к мнению церкви, к ее голосу, для того, чтобы возвращаться на свой истинный путь. А истинный путь – это православие. Православие Святой Руси, дораскольное православие. Вот в этом и есть спасение наше. Если государство и церковь вот будет это понимать, что наша сейчас задача свой дом возвратиться, наш дом Святая Русь со всеми обычаями, традициями, которые Аввакум нам показывает, а это истинная молитва, истинный пост, вот эта вера церкви, послушание, смирение и патриотизм в хорошем отношении. Ведь старообрядцы всегда были защитниками патриот своего отечества.